Надо переделывать ее. Гидравлика, она очень просто сделана. Вот купил, 100 тысяч отдал, 4 тысячи за подвозку. Вот он. Поднимите, она будет подвисать и уже на так. Если так по-хорошему, тут можно не две поставить, а три. Тогда тяжелее будет, а она же сбоку, металл будет выгинаться и быстро сломается. Там вот две же, но только чуть-чуть побольше делают. Видите, она вот так вот висит и будет ломаться быстро. Стоп, стоп! Да, он будет. Вот он покосил, я прибежал сейчас скорее, говорю, покажи. Камень вылетит, действительно камень вылетит, тут это беда. Да. Ну, барабаш. Все. Показал. Это где ж такие делают? Или где-то за рубежом своровали проект? А, польская. Польская? Да. А здесь не выпускают? Нет. Ты едешь завтра? Да. Мы тебе с тобой послать хотим ягоды, отвезешь? Хорошо.
переделывать. Гидравлику надо делать. О, от батюшки идет. Шашлык несет. Барашка несет. Придумали же. Ну все, можно переезжать, косить. Ну ты рад? Начинать. Да пойдет, хорошая. Простая, несложная. А вот между ними такой зазор. А она пилит вот этой пластинкой, что ли? Да, 3 штуки на каждом диске. И только пластинками и пилит? Да. А пластинок-то много запасных? Ну... Да она может любым камешком загнуться. Может, да. Ну, мало. По одной. Ну, сколько? Здесь 6 штук запасных. Ты уж куда попал, не залазь. Береги машину. Да уж как придется. Ты у меня, ты когда будешь там, на Скворечнике? На Скворечнике? Люба говорит, я беру. Ты слышал? Да. Да. Что я, ну ты ей отдашь, а то она со своими телятами-то. Когда будешь, мне только скажите, чтобы я кошек разогнал, а то не в траве, там прячутся кошки-то. Ага. И капут. Хорошо. Башку отрежет сразу. Ну все, ладно. Так я это... Вот он, на новой машинке своей. Буска, буска, буска! Буска, буска, буска! Вот он трактор ходит здесь. Я так боюсь, что он ее захватит и сразу зарежет. Буска, 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 буска! Нету буски. Буска, буска, буска! Где же она есть, а? Буска, 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 буска. Вот я бегаю здесь еще. Он приехал трактор, не предупредил. Кошек не загнал. Теперь палю загнал. А буска неизвестно где. Вот так. Вот это мне загвоздка. Буска, 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 буска. Буска, 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 буска. Буска, 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 буска. Буска, 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 буска. Может, у Надежды Васильевны кошки нету. Она в траве ловит мышей. Если она там, то все пропало. Он из нее сразу сделает вермишель. Подолго не открывает. У тебя буска нет? А? Котенок буска у тебя? Нет. Если есть, загони ее. Там косить вначале, она пропадет. Попадет под нож. Куда она могла уйти? Она далеко-то не уходит. Все время рядом. Буска, 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 буска.
Если она в траве, вот трава здесь, а все пропало. Лишился кошки. Где она может быть? Может, куда ушла? Да она никуда никогда не ходила, все в траве тут лазит. Это вот прямо внутри бани свела гнездо ласточка. Вот заходишь в баню, а тут вот по стене течет смола, такая жара. И она здесь сделала, вот в бак, парится, полог. И не заметили даже, когда она свела гнездо. И тоже я закликаю, закрываю яйца. А это вот в предбаннике. Я прибил тут такой вот, она там гнездо сделала. Еще нету, а там яйца. Видите, сколько заботы тут. Сколько яйца тут? 2-3. Вот она выронила яйцо. Видишь, какое. Видимо, все-таки сгорели. Там остается еще 4. Какой он бледненький. Ну что будет? На проводах, на веревочках повесила. Мастерица какая. Купил за 100 тысяч, Игорь, вот этот прибор. Или, так сказать, косилка. Это он косит для Любы Минаева. Буска, 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 буска. Иногда она вот в гараж залазит. Вон я и дырочки сделал. Мешает травиночка. Вырезал я и тут. И на той стороне точно так же. Буска, 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 буска. Ее под травой-то тут и не найдешь теперь. Вот оказия какая. Буска, 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 буска. Буска, буска, буска. Где буска? Где она? Куда она ушла? Я сказал, заранее мне скажите, я кошек-то загоню. Наверное, все забыто. Шарик, где буска-то? Буска-то где? Давай. Давай, я тебя поставлю здесь. Давай. Давай.
Господи, помилуй. Господи. Вы буску не видали, где кошка? Нет. Нету нигде, вон он косит. Если она там в траве, то пропала кошка. Он ее на лапшу изрубит. Не смотрите на часы. Абсолютно точно должны подгонять. Пастухи. Бусочка моя пришла. Да где ж ты была? Ах ты моя хорошенькая бусонька. Пошли скорее, там ждет тебя Паля. Ну, иди сюда, дорогуша моя, да хорошенькая моя. Давай. Давай сюда. Давай. Иди скорее, сейчас я сниму с тебя все, амуницию. Иди скорее сюда ко мне. Давай, 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 давай. Ой. Вот так. Вот они мои кошеньки. Да слава тебе, Господи. Вот она, буска. Да где ж ты так была так долго? А так перышко мое все слопало. Иди ешь рыбку дал. Вот рыбка. Это Паля. Вот она нашлась. Никуда не ходите. А то и крышка лежит. Она уже его начинала лопать. Ах ты. Баловная такая. Как крылышко отодрала. Ну, приходится убрать. То дальше подъезд. Вот они где. Кошеньки мои. Вот они едят. Никуда не ходите. Вот он приехал на новую посылку. Ну, напротив как раз нашей голубятины номер один. Туда вращается, и там такие лепестки. Вот Игорь перешел. Этот огород быстренько убрал. Пятится легко. И Терентий, сын его. Тут погодился, они поменялись. А тут у меня балерина называется. Аббревиатура башня, летняя резиденция Игнатия Начальника. Трехэтажная. Там у меня голуби были, вторая голубятня. А это лабас, продукты хранили. А там дальше тишпанес. И сейчас этого нет. Лагеря-то нету. Интересно, хоть сколько у нас сверху намотает, это не имеет значения. Не как у пилы.
там перейти, как бы дать знать кому. Туда не надо. Сюда не-не-не, туда не-не-не. А там не растет. Говорят, польская это. Ну вот я тут пришел, потолокся, показал, что тут пни. У нас косил один и прямо пилой туда заехал. Как мы переживали за него, всех пни выкорчивали тогда. Я не было здесь меня. До того переживали мы. Человек пилу попортил. Ну, пила-то обыкновенная вот так. Это вот сын староста нашего деревни Барабаша Игоря. И косит это он уже не для себя, а для сестры нашей. У нее телят она набрала и выращивает. Одна женщина живет. Стараемся, чтобы в траве еще нигде не было, ни одной проволоки. Но от нас не зависит. Кто-то ехал, через забор кинул. И, значит, все полетело. Такое переживание за людей. Вот он уже маленький остался у него. А то впереди там виден дом. Это первый дом, который в Потеряевке был построен из Самана. Потом батюшка обложил его. Там Сергей, кажется, пошел на работу. Это вот тестомес. Ну, я взял печи там, в лагере были, до 100 кирпичей было. Ну, кирпичи как формы. Виктор Николаевич главный научил Пащенко, потом Никита стал печь хлеб, а сейчас и Марина Христенко, Галина, все научились. Было бы из чего. Это вот первый домик под землю. Потом пчел хранили здесь. Зимовали даже. Из земли, из пластов. Я специально показываю. Тут метла была, ее сломило ветром. Потом он даже береза, видать, надломленная. Буря, ураган был. И тут много что поломало. Ну, пришлось все это убирать. А это пострадавшая березка наклоненная такая. За ветлами скрывалась, а теперь... Благослови, Господи, вот настоящие труженики. А то решает там Катасонов, все знает про деньги. А где деньги-то? Нету. А что деньги-то? Бумажки. Тем более сейчас так, безналичный расчет. Вот работа. Это молоко, масло, мясо, творог, сыр, не считая овечки, шубы. Ну, вы поняли, что
новое изобретение. 100 тысяч отдать пришлось за пилу за эту. Ну, значит, она оправдывает себя. Так я понял, может, не расслышал. Ну, вот так все пока. Вот он прошел здесь. Даже землю срезал. Как это так он? С чем он ее срезал? Этим диском. Шарик, тут очень опасно. Ты лучше лезь туда, он у тебя спасение. Там есть гнездо сорочинное. Под ним, под этим сорочинным гнездом, он вырыл себе норку и в нее залазит. Ну что, что такое? Ой. Да хорошенький, да ласку любит. Когда вы знаете, что его берут куда, ну как он крутится, пыль поднимает, ласкается. Это Господь сотворил так. Ты уже не маленький. Ну что, у нас уже лет 10. Я взял его, год был ему, может быть. А может, не был. Тут у нас колодец. Свой колодец. Качай, пей воду. Чудесная. Прекрасная, холодная родниковая вода. Никакого хлора, никаких добавок, никаких очищающих там. Ничего нету. Просто качает вода, Бог дал. Под нами вода. И утвердил землю на водах. Вот я сейчас покажу. Вот сейчас подхожу. Вот. Видно, нет, только не знаю. Вот я включил. Вот она пошла, вода. Видать, нет. Из шланга. Невозможно. Зубы ломит. Вот она идет. Все. Глубина может быть метров 4,5. Вода недалеко. 5, там, 6. Все как сделано, да, хорошо, закрышка. Вот это сверху метровые кольца, а внизу полутораметровые. И на переходной сделал Павел Тихонович. Я мог бы показать, если бы кто-то был, поднять. Вот это оно все поднимается с системы. И так. Я вот тут кручусь. На самом деле, когда вдвоем, я бы сейчас поднял. Нет, не буду. Не смог поднять. Ну, переходник там сделан. Плита как бы такая, специальная. Бетонщик. Сделался, подарили. Тут накачивается вода. Сейчас могу. А, это надо... Специальный тут и шланг добавлял, опять не получилось. То есть он есть, но у меня одной рукой. Вода чудесная просто. Ну, здесь все, Володя выкосил. Это большая была метла. Очень большая, толстая. 1,5 метра в диаметре. И побольше даже. Все, гроши поналетели. И коршун прилетел. Тут все теперь ему, все мышки на виду. А под высокой-то травой ничего не было видно. Там он ветла наклонилась одним. Я на ней был маленький. Отца взял финский нож. Без разрешения. И резал ветлинку, чтобы прутик коня. Ну, мне лет, может, наверное, 5 было. Видимо, так. Я уронил и слез. До вечера, наверное, искал и не нашел. Так вот где-то там и лежит. Финский нож, наборная ручка. Это издалека я сейчас смотрю.
Вот сейчас, видать, поехал на выход уже, все. А там летают мои голуби. Сегодня посмотрел, там 25 примерно голубей. Положенные такие, как шлюмы. А там, которые торчат ножи, проверить, нет, не знаю. Маленько назад. Сейчас туда подаст. Выровнял. Все не задел. Да благослови тебя Бог, Терентий Игоревич. Счастливо. Счастливо. Поехал дальше кому. Помогает своим. Вот что значит община. Она женщина одна. Не накосит, не убрать. Здесь все сделает. Намотает сено ей, круг и привезет, и положит. И дрова также. Накололи, накидали, привезли. Ну, поленница сама сложила, она мастер. Одна женщина, повторяю, одна. Держала она, кажется, две коровы, сколько овечек, свиней, индюков, кажется, сесарок, куриц, шесть пород только. А тут мужчина, бывает, ничего не может. Она гусят берет, гусей у нее сколько. Редкие люди сегодня такие. Все. Вот так наши это делают. Ну что, вылазите, а? Вот она, паля выскочила. Ну что, спаслись? Ой, как я боялся за эту, за буску. Нигде ее нету. Вот, захожу в комнату. Буска, выходи. Буска. Буска, выходи. Скорее, выходи. Вот она, все. Все, мои хорошие, все. Скосили, теперь вы уже не попадете. Сидите, ловите мышек. Ступайте. Вот они. Это постарше на год, наверное. Это мать-то одна рыжая там. Так, я все захожу. Вы не нужны мне здесь.